Добрый день, друзья. Коллеги, девчонки, пчелки. Много или часто попадаются вопросы на просторах Ютуба, как пересадить пчел со старого улья в новый. Ну, по любым причинам. Улей нужно отремонтировать, или вы меняете конструкцию, тип улья. Поэтому сейчас мы уже обзавелись небольшим хозяйством. У нас появилось 4 семьи на нашей пасеке. И мы одну семью хотим сейчас пересадить в новый улей. Сегодня у нас 10 апреля. Все буквально зацвело вокруг. Ну, день тому назад еще цветочки только-только начали показываться. Сегодня все деревья как шары, как невесты белые стоят. Взяток пошел, рапс зацвел. Пчела сегодня работала. У нас корпуса стояли, значит, там вчера пчелы, ну, не отогнать. Ужас, что творилось. Сегодня в корпусах пчелы нету. Ну, я же как бы с опытом посмотрел, ага, если там пчелы нету, значит, что-то они несут. Посмотрели по обножке, на рапс летают. Хотя рапс у нас далеко относительно, около 3 километра. Но, тем не менее, достают и тащат рапс. Хотя вишня, абрикос уже отцветает, сыпется, а вишня только-только зацвела. Я же говорю, что как белые невесты, красивые шары такие стоят. Ну, давайте. Просто пересаживать, как бы, вопросов нету. Старый улей, который здесь стоит, мы отставляем назад и на его место ставим новый улей. То есть пчела, которая привыкла летать и знает, где расположен виток, то есть они уже будут возвращаться как бы в новый улей. А мы быстренько со старого улья рамки перенесем в той же последовательности, в которой они стояли в старом улье, в новый. И все. Процедура довольно-таки простая. Ну, на примере один улей мы с вами вам покажем. Так что давайте пересаживать. Так, значит, новый на старом месте, старый сзади. И заодно посмотрим. Что они сегодня носили? Новый инструмент, который мы вам показывали, сейчас применяем. Так, эту рамочку я ставлю ее за заставную, а гнездо у нас здесь сокращено. Я ее вчера посокращали, потому что развитие было слабое в семье. Пчелы еще на крайней рамке мало. А зачем я маску одел? Так, переносим. Это у нас яйца уже матка тут кинула на крайней рамке. Можете себе представить. Но расплода здесь мало. Семейка как бы тормознулась в развитии. Мы тут у дедушки в одного взяли эти семьи. Расплод вон такой. А дальше там детка и личинка. Детка и яйца. Не подлезешь. Расплод, в принципе, хороший, но хороший.
Вот я уже не единожды показывал, спрашивают пчеловоды. Ось, гляньте, я вам покажу сейчас. Вот это вот, видите, след вскрытой ячейки. И начинают придумывать, это болячка, это что-то такое. Это моль, ребята. Вот эта моль проделывает ходы, вот, и оставляет скрытую такую вот, скрытые ячейки. Она с одной ячейки в другую перелазит, прогрызая вот эти вот крышечки сверху. Моль. Ну, мы семью эту вычухаем. Нормальная семья будет. Обновим рамки. Потому что сейчас начнут рассказывать, какие рамки у вас черные. Все рамки будут хорошие. Вот третья рамка с расплодом. Детка, яйца. Ничего, матка стартанет. Карника. Это карника, братцы. Вы же видите, что не кусается она. Так. Ну, матка и с этой стороны покидала яйца. И тут в наличии перга. Да, кстати, меня тоже спрашивают. Пергу, перговые рамки можно ставить за заставную или нельзя? Понимаете, перговая рамка должна быть возле расплода. Тогда пчела будет брать. Если вы поставите перговую рамку за заставную, пчела мед оттуда заберет, а перга так и останется. Ну, и так как у нас заставной не было, мы поставили вощину. Да, сегодня они летать летали, но ничего не принесли. Поставили вощину на вырост. И поставим вот эту вот, она старенькая, конечно, заставная, ну, за неимением. Ага, она сюда и не влезет у нас. Подопрем вот этой рамкой. Вот так. Так. Все. Вся пересадка, которая заняла, ну, буквально с моими рассказами 5 минут. И теперь пчелки в новом жилье будут расти и развиваться. Теперь мы с пчелами будем чаще с вами встречаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось или было полезно наше видео. Мира, здоровья, добра вам и вашим семьям. До новых встреч. Пока.